Ребятки, мы на канатке поднимаемся. Вот на такой. Поняли? Вот в кабинках по два человека. Да, мы тут вдвоем. Можно и посидеть. Ой, мы постоим. Шатается. Нас пришатывает. Какая интересная малая канатная дорога. Мы были на большой. На малой мы еще ни разу не были. Какие виды, друзья виды вон, мои. Сзади. Да? Ты поворачивайся, не бойся. Я так. Глянь, посмотри, тоже. Горы, да? Красиво. Ты ее закрыл? Да. Молодец. Вот это высоко. Интересно, она высоко? Вот впереди нас плывет. Ну, нет, она не сильно высокая. Но все равно нормально. Ну да. Таврида, видишь? Да. Ну, скорее всего, есть гостиница. Что-то такое. Ну, что так нормально? Не очкуешь? Да нет. Ну, мы поднимем. Вот здесь кабинка открытая, то есть, получается, с двух сторон она открытая. А мы когда поднимались, мы на опетре поднимались. Кабинки закрыты. Полностью закрыты. Ну, там бы и народу было больше. Ну, понятно, что и было она больше. Останавливалась. А это, видишь, малая называется, канатная. А все равно, глянь, высоко, он, видишь, он наш куда тянется. Да, высоко. Угу. Ой, ну полюбуемся пейзажем. Давайте. Красотой любуемся. Девочки. Ну что ты не сядешь? Я тоже смотрю. Ну, смотри. Большая Ялта. И все-таки пляж есть и в ту сторону, скорее всего, и в ту сторону пляж. Mm-hmm. А мы как раз, когда первый раз приехали в Ялту, мы где-то вот в том краю были, mm-hmm. на окраине Ялты. Мы просто не так проехали. Это было давно, ребятки, да. Года два назад. И мы испугались, машину ставить mm-hmm. некуда, везде знаки эвакуация. Либо штрафы за стоянку, как оплатить, хер его знает, как здесь. Ну и, короче, развернулись, мы уехали из Ялты в Воложду, по-моему, да? Нет, а мы жилье еще походили, поискали. А, мы еще поискали, да. Искали жилье, не нашли жилье, и поэтому уехали в Воложду. Ну и в Воложде было нормально, в принципе. Сильно, но высокая, все равно подъем, да? Да, он просто затяжной подъем, но невысокий. Ну, конечно, вот так вот едешь, смотришь во дворы, как все наварено, насрато. Ну, намусорено. Не так. Не так. Ну, это же Ялта, вот видите, все друг на друге. Улочки. Да, везде так, в принципе, друг на друге. На курорте. Где-то внизу. Я думал, у тебя. Нет, он с бассейна. А, вот. Это что-то какое-то, прям я не знаю, это что-то. Да, отель, небось, какой-нибудь. Мини-отельчик. Да, но видишь, тоже с этого мини-отельчика спускаться тоже приятно. До моря. И плюсом еще нужно найти, где место скупаться вправо-влево идти. В принципе, хорошо, но тяжело. Да. Но зато с бассейном. Нечего можно выйти. Женя держится вот за это. Это дверка, не надо. Не очкуй. Не держаться. Я вот как правильный человек, ребят. Ни хрена себе. А, во, видишь, пансионат. А, пансионат.
Севастополь. Севастополь, да. Вот, если кто хочет, там кто бассейн хочет, есть. Там бассейн есть, но цены неизвестны. Да. Кто хочет, да. Действительно. Отель на высоте. Ну, до моря-то далеко, извините. Ну, зато с бассейном. А, можно на море не ходить, да? Да. Тоже. Ну, кто-то, да, по такому принципу живет. Нет, а длинная. Такая медленная, длинная, да? Да. Выше. Но обзор здесь толком не открывается, конечно. На Ялту? Ну, да, такой вот, как тебе сказать. Нет, ну как-то мы смотрим все равно. Все за деревьями, понимаешь, все, она как-то с каскадом так и идет вниз. Ты не можешь посмотреть при нормальном раскладе. Потому что вот раз деревни закрывают, да, здания закрывают. И также это, грубо говоря, мы поднимаемся по рогам, и все здания также поднимаются по рогам. Да, да. Чуть выше мы, получается, каждого проходящего мимо здания. Да. Да, вот отсюда вот еще более-менее можно уже и то промеж деревьев рассмотреть, грубо говоря. Нет, ну тут рассматривать красиво просто. Красиво. Ну, просто красиво. Море вот видно. Да. Корабли где стоят, видно. И все-таки хорошо, что она по два человека. Если бы сейчас это балдеж был бы, тоже не рассмотришь. Ну, как вариант. Так что даже неплохо, что она малая такая, прям мини. Ну, видно одну сторону хорошо, вот эту вот все. Ту сторону там, да. Закрывает до конца. Ничего. Все. Там он еще отель на самом верху. Нет, я вам покажу. Большое. Здесь тоже окошко, видите, такое сквозное. Ну здесь ладно, здесь не так интересно, давайте здесь смотреть. А глянь, даже вот это, в горах, видишь, вон есть, да, или поселки, или какие-то, я не знаю, может быть, отдых, или чьи-то усадьбы. Что-то такое есть. Потому что слишком отдалено, конечно, от города. И он, видите, это может быть часть какая-то. Запросто у нас ведь же по нашей жизни сейчас все что угодно возможно. Вот, сейчас открылся вид на ту сторону, пока о, не пока успел. Открылся, да. Потому что он сейчас уже за отелем опять все. Не так красиво. А мы все выше и выше. Вау. Видишь, в отеле шлагбаум, как положено. Охрана на входе. Ой, нас подтрусивает тут, подтряхивает. Нет, отсюда уже море хорошо видно. О, вообще классно. Вообще классно видно море. Это вот бухта, она не одна здесь, оказывается, вон еще бухта, видишь, также под корабли стоит. А посередине, скорее всего, пляжи находятся, что в одну сторону, что во вторую. Мы, конечно, не пошли гулять, у нас времени чуть-чуть не было, но, в принципе, я думаю, что здесь должно быть много пляжей. Пляжей. Скоро там уже привал. А ты что, уже все? Ну как же, не надоело ехать, катиться. Знаешь, как мы едем с тобой уже? Я тебе сейчас скажу, смотри, 9 минут. Вот сад снизу? Да. А если пешком подниматься, это вообще пипец. Пипец. Ну мы почти приехали. Ага. Вниз ну, спускаться нельзя, получается, надо выпрыгивать. Вот сейчас будет 10 минут где-то. Поднимаемся вверх. Вроде как тогда время незаметно пролетело, 10 минут. Может, даже чуть больше будет. Зато вот здесь прямо открываются виды. Открываются на море.
На море, да. А остальное все закрыто опять. Ну, слушай, кто зачем, а я за морем еду сюда. Ну вот, уже мы подъезжаем. Сейчас тебе надо отключиться, потому что тебе выпрыгивать надо. Я, конечно, отключу. Потому что на ходу выпрыгивать надо. Все, девочки мои дорогие, причаливаем. Пока-пока.